Празднование Дня Победы проходило 9 мая на площади перед Дворцом культуры Тольятти Азота. Гостей встречал оркестр духовых инструментов «Тути», исполняя марши и мелодии военных лет. Открыло торжественное мероприятие заместитель генерального директора, директор по организационному развитию Юлия Владимировна Петренко, зачитав обращение генерального директора Тольятти Азота Суслова, в котором Вячеслав Валерьевич от имени трудового коллектива поздравил ветеранов с праздником Победы. В этот день чествовали около 20 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла Комсомольского района. От корпорации «Тольятти Азота» Юлия Владимировна Петренко и председатель профсоюзного комитета Ольга Борисовна Севастьянова торжественно вручали им цветы и подарки. Первыми поздравили супружескую пару Алексеевых. Екатерина Семеновна – труженица тыла, Александр Николаевич – ветеран Великой Отечественной войны, старшина первой статьи. Вместе они прожили 65 лет. Для них этот день, как и для любой российской семьи, общий праздник. Ведущий церемонии, представляя каждого ветерана, рассказывал о его боевом и трудовом пути, о военных наградах. Во время минуты молчания по воинской традиции был произведен троекратный залп из стрелкового оружия. В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие 3-й бригады военной части 21-208. Очень приятно, что по всей стране идут встречи, собрания, митинги. Народ, как бы сказать, с душой встречает этот праздник. Я очень благодарен заводу и всему руководству, которые большое внимание уделяют ветеранам. Я была замдиректора по кадрам в общественном питании Комсомольского района. Я еще не была на пенсии, когда ваш строился завод. Так что для меня завод ТОАС – это такой же родной завод, как и я с ним. К сожалению, с каждым годом героев наших становится все меньше и меньше. И ни один год нельзя упускать в том, чтобы не отдать дань их подвигу, их труду, и этот год не стал исключением, поэтому мы решили такую торжественную церемонию попробовать сделать. День Победы продолжился праздничным концертом, который подготовили вокальные и танцевальные художественные коллективы нашего дворца. На площадке работала полевая кухня. Всех гостей угощали солдатской кашей и сладким чаем. Специально для детей и взрослых были открыты творческие мастерские. Юные мастерицы шили своими руками интересные мягкие игрушки. Тяжело шить? Да нет, очень даже легко. Просто и красиво. А кто это будет? Зайчик. Желающие могли раскрасить себя ярким аквагримом. Артисты театра «Вариант» проводили анимационную программу, развлекая детей забавными конкурсами. Весело, очень хорошо. Ветеранов поздравили? Да, конечно. Успели, да? Да. Мы здесь раньше, чем все началось, пришли пораньше. Хорошо пострелялось? Так, в девятку попал 3 раза. Тяжело? Да нет, легко. Для ветеранов можно было изготовить праздничную открытку с поздравлениями и пожеланиями. Да, что написали, что пожелали? Ну, спасибо за победу, счастья, добра и долгих лет жизни. Да. Что понравилось? Мастер-классы, танцы, песни понравились. С особой теплотой зрители встречали хор ветеранов войны и труда Дворца культуры. Коллектив исполнял песни военных лет. После выступления в честь Дня Победы им вручили цветы и сладкие подарки. От всех заводчан ветеранов поздравил с праздником Победы вокальный коллектив семьи Игнатенко из Большой Таазовской династии. Был великий день Победы много лет тому назад. День Победы.
помнят деды, знает каждый из внучат. Праздник продолжился вечером на открытой сценической площадке дворца. Подарком от Тольятти «Азота» для всех жителей Комсомольского района стало выступление Ольги Денщиковой и джазового оркестра Тольяттинской филармонии. В их исполнении прозвучали популярные песни и мелодии военных лет. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались. Актеры театра «Вариант» представили поэтические композиции на стихи поэтов военного времени. Завершился День Победы большим красочным фейерверком, прогремевшим в небе Комсомольского района.